Мы на стадионе King Power, где редко встретишь скучный футбол. Надеюсь, и сегодня обе команды нас порадуют. На связи из Лестера с вами Константин Генич и Георгий Черданский. Сегодня Лестер встречается с Манчестер Сити. Лидер турнира обеспечил себе настолько значительный отрыв от преследователей, что ожидать какой-то борьбы в конце сезона, мне кажется, не приходится. Жаль, хотелось бы сохранить хоть какую-то интригу. Команда очень хорошо умеет играть без мяча. Ее главный козырь – скорость и умение по максимуму использовать ошибки соперника. Соглашусь, Георгий, мы наверняка сегодня увидим парочку взрывных контратак в исполнении игроков этой команды. Thank you for attending. Смотрим состав классического. Представленная схема – вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Команды начинают эту игру. Поехали! Серхио Агуэро. Давид Сильва. Фернандини. Агуэро. Пауло Дибало. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Максимилиано Гомес. Есть шанс выйти вперед! Игра остановлена, будет угловой. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Вратарь отбивает мяч просто и надежно. Лукак. Есть хороший адрес для передачи. Андрес Перейра спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился, и каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Мяч летит в центр штрафной. Перекладина! Но что-то совсем непонятное у него получилось вместо удара. Причем до ворот-то было всего ничего. Старался пробить технично, но почему-то пробил совсем не туда. Менди. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Давид Сильва. Перейра. Отличную форму набрал сейчас Пауло Дибало. Хорошую игру он демонстрирует. Наверняка он будет маневрировать на передней линии и ждать шанса для решающего удара. Это мастер завершать атаки. Агуэро оказался неточен, его пас перехватили. Бернардо Сильва. Серхио Агуэро. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Агуэро. Это аут. И подает штрафную. Навес на деревню дедушки. Менди. Все верно. Края надо чаще задействовать. Агуэро. Пауло Дибало. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Давид Сильва. Можно забивать. И кладет он мяч в сетку. Вот это молодец, а? Да, сыграл очень здорово. Все четко сделал. И вывел свою команду вперед точным ударом.
Игрок не побоялся пойти в обыгрыш. И вот, пожалуйста, результат. Именно так и должен действовать нападающий. Быстрые ноги, быстрое принятие решений. Классно было сыграно. 1-0. Сейчас будет веселее. Манчестер Сити гол. Номер 21. Эрик Дай. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Фернандини. Кайл Уокер. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Бернардо. Давид Сильва. И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. Вот Отамень. Давид Сильва. Мяч вперед идет к чужим воротам. Агуэро! От штанги мяч отскакивает, забивай! Они сделали все для того, чтобы забить больше в этом матче, но вот в этом моменте попали в штангу. Агуэро! Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Посильнее, подальше, все правильно. Менди. Аут бросает Манчестер Сити. Давид Сильва. Леруа Сане. Фернандини. Серхио Агуэро. Могли забить, если бы не защитник. Выбивал! Правильно! Менди. Фернандини. Дибала. Фернандини. Пауло Дибала. Первыми они на мяч выходить не будут. Ждут, когда он сам придет к ним. Давид Сильва. Пауло Дибала. Давид Сильва. Леруа Сане. И можно бить. Ну что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Капс. Лукак. Агуэр. Вне игры фиксирует боковой. Нет, не дошел этот пас до адреса. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Фернандиньо. Пауло Дибала. Бернардо Сильва. Пауло Дибала. Андрес Перейра. Максимилиано Гомес. И это удар! Атака продолжится через фланг. Давид Сильва. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Менди. Давид Сильва. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Давид Сильва. Лерой Сане. Фернандиньо. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Андрес Перейра. Эрик Дай. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Манчестер Сити начинает второй тайм. Пока что команда выигрывает.
Бернардо Сильва. Пауло Дибала. Фернандиньо. Леруа Сане. Навес напрашивается. Давид Сильва. Агуэро. Бернардо. Штрафную подачи, и есть там кому сыграть. Красивый удар для пионерской правды, по выражению классика. Но уж очень неточно. Да, таким ударом отличиться шансов было немного. Константин, роль эксперта обязывает ответить на мой вопрос. Что скажешь об игре Давида Сильвы? Как он в первой половине сыграл на пользу? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Бернардо Сильва. В отличной форме игрок находится, кстати. Статистика у него просто безупречная. Эрик Дай. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Надо сравнивать! Забивай! Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы! Демонстрация высочайшего футбольного духа, потому что, казалось, проигрывать будут крупнее, а сейчас ничья уже. Ну и теперь многие, вот как я сейчас, например, могут сказать, а я все-таки верил в этих парней. Снова равенство на табло 1-1. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Давид Сильва. Бернардо Сильва. Есть поддержка здесь. Подача. Чей мяч будет? Выбит мяч из штрафной. Фернандини. Сане. Угловой. Шанс выйти вперед. Давид Сильва подает. Хороший вынос мяча из штрафной. Очередной угловой в этом матче. Так, а вот этот парень сегодня проводит очень хороший матч. Ну, если он не лучший игрок матча, то точно один из. Пока что он действует образцово-показательно. Смотрите, сколько он нанес ударов по воротам. Как только появляется возможность, сразу бьет. Давид Сильва. Фернандиньо. Дибала. Кайл Уокер. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Давид Сильва. Мимо ворот мяч проходит, хотя казалось, что промахнуться тут просто невозможно. Да, конечно, не рассчитал силу удара. Так, а вот есть информация, что Марко Верратти переходит в Барселону из ПСЖ. Да, трансфер наконец-то состоялся, и, похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бороться за него до конца. Защита первая на мяче, вынос. Агуэро бьет. И это гол! Ну вот иногда мы говорим, штанга круг вратаря, но сейчас что-то вот не подружились. Да, голкипер здесь не рассчитал отскок, и в этот раз Фортуна была на стороне нападающего. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Манчестер Сити гол. Номер 10. Сержио Агуэро. Гезаль. Максимилиано Гомес. Ну и где же навес? Увидел открывание впереди, делает передачу. Сложный удар, красивый с одной стороны, но с другой такие удары редко завершаются голами. Ну тут и голкиперу надо отдать должное, он сыграл действительно здорово. Давид Сильва. Леруа Сане. Бернард. Агуэро, забивай! Штанга, момент не закончен! Мяч ушел в аут. Замена у нас будет.
substitution for Manchester City, coming off the pitch, number 25, Fernandinho, coming onto the pitch, number 41, Ngolo Kanté. Эрик Дайер, Лукак, Хабс. Хороший прессинг сразу после потери приносит плоды, аут будет вбрасывать соперник. Кайл Уокер. Хороший пас во фланг. Серхио Агуэро. Успешно навязал борьбу, теперь придется бороться еще раз. В домашней команде, видимо, сейчас замена. Готов уже игрок выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Десаль. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Прочитал соперник эту передачу Давида Силы. Кайл Уокер. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Серхио Агуэро тащит мяч вперед. Лерой Сане. Дибала может там принять мяч. И выносится мяч из штрафной. Пошли последние 10 минут игры. Аут бросает Манчестер Сити. И произойдет замена. Бернардо Сильва. Пауло Дибала. Серхио Агуэро. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Манчестер Сити получает право на угловой удар. Серхио Агуэро. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Пауло Дибала. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Выбит мяч из штрафной. Пауло Дибала. Неудача. Игрок все делал правильно, но мяч не пошел в ворота. Нужно искать новый вариант. Да, все вокруг да около. Нужно, конечно, прибавлять скорости. Похоже, все решится в концовке. Ух, какие напряженные минуты нас ждут. Лукак. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Подавай! Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Пауло Дибала. Менди. Леруа Сане. Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют. Игра в пас просто на высоте. Да, и класс радуется, что, к сожалению, в наше время не о каждой команде можно сказать. Основное время истекает через одну минуту. Ревут трибуны, покидает поле, наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, с твоей тоже. Аке. Буквально обокрал соперника Серхио Агуэро. Давид Сильва. Сане. Сане. Мяч хватает, но есть возможность добить мяч в ворота. Раздается финальный свисток арбитра. Манчестер Сити побеждает сегодня. Ну что же, я бы сказал так. Хорошему танцору плохая обувь сегодня не помешала. Ну а хорошему комментатору главное, чтобы команды играли хорошо. Это мы сегодня и увидели. А как тебе, кстати, Агуэро сегодня? Ну что сказать, забил он решающий гол. Вот и все, что нужно для протокола этой встречи. А ведь мог еще и дубль оформить, если бы не каркас ворот.